Дубай – грандиозный город и столица одноименного эмирата на побережье Персидского залива. Сложно поверить, что еще 70 лет назад здесь была бескрайняя пустыня. Но использование инновационных технологий и достаточное финансирование способствовали его развитию и перевоплощению в восхитительный мегаполис. То, что мы покажем вам в сегодняшнем выпуске, можно увидеть только в Дубае. Но перед тем, как начнем, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Установка кондиционируемых остановок стартовала в столице Эмиратов еще в 2008 году. На данный момент в Дубае их установлено около 700 штук. Они получают питание от солнечных батарей, оборудованные автоматическими дверями, управляемыми сенсорами. Предполагается, что когда технология будет усовершенствована, всего будет установлено 1550 современных автобусных остановок в течение следующих лет. Обычная автомобильная пробка в Дубае выглядит как выставка самых лучших и дорогих машин мира. Официальной статистики о количестве спорткаров в Эмирате в свободном доступе нет. Но взглянув на эти кадры, кажется, что здесь можно увидеть лишь Бугатти, Макларены, Феррари и Ламборгини. Дорогие необычные технологии не обошли стороной и косметологию в Дубае. Здесь можно приобрести роскошную спа-программу за почти 7000 долларов. Стоит так дорого, но потому что проводится с использованием маски из 24-каратного золота. Ее создатели утверждают, что золото прекрасно защищает кожу, является источником антиоксидантов, усиливает защитные механизмы, а также повышает упругость и эластичность кожи. Где еще можно увидеть настоящее кладбище не просто автомобилей, а суперкар? Все эти машины оказались здесь по разным причинам, но рано или поздно будут проданы на аукционе. Считается, что их владельцы после банкротства, неудачных сделок с недвижимостью или проблем уехали из этого региона, бросив все, включая свои дорогие автомобили. Город роскоши и шика предлагает лучшие услуги во всем. Но, кроме того, в Дубае можно попробовать десерты и некоторое блюдо, украшенное съедобным золотом. Для достижения такого эффекта и для того, чтобы металл был съедобным, необходимо добиться, чтобы он был где-то между 23-24 каратами. Получить яркие эмоции и увидеть Дубай с высоты птичьего полета можно благодаря зиплайну, который считается одним из самых быстрых, крутых и протяженных в мире. X-Line Dubai Marina протяженностью 1 километр появился в 2017 году и стал настоящим хитом. Несмотря на наплыв посетителей, техническое обслуживание и соблюдение правил безопасности на этом экстремальном аттракционе остаются в приоритете. Один из самых невероятных кортов для тенниса в мире находится на вершине небоскреба Бурдж-Аль-Араб. Теннисный корт-рекордсмен имеет круглую форму и, также, когда на нем не проводятся матчи, используется в качестве вертолетной площадки для постояльцев отеля. Точная высота теннисного корта составляет 211 метров, а его площадь позволяет проводить полноценные турниры, не опасаясь, что мяч упадет с огромной высоты. Дубай то и дело поражает мир своими достижениями и рекордами. В новогоднюю ночь 2014 года он побил мировой рекорд по крупнейшим фейерверкам. В шестиминутной инсталляции использовали более 500 тысяч фейерверков, в то время как миллионы людей наблюдали за этим великолепным шоу.
Еще одна нашумевшая и весьма оригинальная достопримечательность Дубая – золотая рамка. Это сооружение представляет собой не что иное, как гигантскую рамку для фотографии или картины. Проект стал весьма символичным и олицетворяет окно на условной границе между старым и новым городом. Наверху рамки – смотровая площадка, а внизу – музей. Верблюжьи бега – невероятно популярное в арабских странах зрелище. Раньше погонщиками верблюдов были дети, однако после запрета привлечения к этому занятию несовершеннолетних, организаторы нашли выход и для управления верблюдов стали использовать роботов. Владельцы дистанционно поддерживают связь с роботами, чтобы давать команды верблюдам. Находясь в районе Дубай-Марина, невозможно не обратить внимание на необыкновенное здание – Кайен Тауэр. Ведь формой, скрученной на 90 градусов от основания до верха, этот жилой небоскреб выделяется среди соседних высот. На сегодняшний день башня замыкает пятерку самых высоких закрученных зданий в мире. Ее высота – 306 метров. Она включает 73 надземных и 7 подземных этажей, 8 скоростных лифтов и 5-уровневую подземную парковку. Ни одна полицейская служба мира не может похвастаться такой роскошью, как дубайская. На сегодняшний день в местном департаменте полиции имеется более десятка суперкаров, среди которых есть лучшие модели Bugatti, BMW, Bentley, Lamborghini и других. Все эти шикарные автомобили используют исключительно для патрулирования улиц, а их появление на дорогах каждый раз очень впечатляет туристов. Климатические особенности Эмирата вовсе не помеха наслаждаться зимними видами спорта. Дело в том, что в одном из торговых центров находится инновационный крытый горнолыжный комплекс «Ски Дубай». Здесь доступны все развлечения, возможные на снежном курорте. Катание на санях, сноуборде, слаломе, лыжах, пользование необходимым оборудованием, подъемником и даже свидание с пингвинами. Самая главная достопримечательность Дубая – это, конечно же, Бурдж-Халифа. Имея высоту более 828 метров и более 160 этажей, здание является мировым рекордсменом, а общая стоимость затрат на реализацию составила 1,5 миллиарда долларов США. В его пределах находится элитный жилой комплекс, гостиница, ряд торговых и офисных центров, рестораны, смотровые площадки и обсерватории, а также искусственное озеро со знаменитыми фонтанами. Совершить поездку на автобусе-амфибии – это уникальная возможность прокатиться по суше и по каналу Дубая. Внешний автобус выглядит как обычный городской транспорт, но секрет его в том, что курсирует он не только по обычным дорогам, но и по воде. Учитывая быстрое развитие города, нет сомнений, что не за горами то время, когда такие прогулки станут еще интереснее, и автобус может погружаться прямо под воду. Один из ресторанов на набережной предлагает возможность сесть за стол в восьмиместной надувной лодке в форме пончика и отправиться дрейфовать по каналу Дубай-Крик. Можно взять с собой еду и просто арендовать лодку. А можно выбрать полноценную ресторанную подачу обеда или ужина. Туристы и местные жители обожают отмечать различные события в этом заведении на воде. Температура в Дубае иногда достигает экстремальных отметок. Спастись от жары здесь можно в Vice Lounge, который находится на втором этаже торгового центра Times Square. Изо льда вырезано практически все, начиная от мелких украшений интерьера и заканчивая столами и стульями. Внутри заведения температура держится на отметке минус 6 градусов.
поэтому при входе персонал бара предлагает теплые вещи. Несмотря на то, что в Дубае нет строгого свода правил, регулирующих дресс-код, стоит помнить, что ОАЭ – это консервативная страна, и следует соблюдать хотя бы базовые рекомендации. Тем не менее, многие туристы и даже владельцы заведений, которые выбирают униформы для персонала, часто грубо их нарушают. Одним из самых амбициозных проектов Дубая стали его искусственные острова, которые называют «пальмовыми». Главные из них – Джумейра, Джебель-Алия и Дейра. Между островами расположены также искусственные архипелаги, мир и вселенная, состоящие из мелких островов. Они производятся путем извлечения песка со дна океана с помощью специальной техники и являются величайшим достижением прогресса. Богатая жизнь местной элиты диктует свои тренды. Все больше людей здесь приобретают экзотических животных ради забав. По оценкам зоозащитников, это угрожает истребить редкие виды леопардов, тигров, пантер, львов и многих других животных. В неволе, пусть и живут они в роскоши, они страдают от ограничений и нередко жестокой дрессировки. Многие любители романтики точно оценят это место. Среди бескрайней дубайской пустыни лежит озеро Любви, состоящее из двух узких искусственных водоемов в форме пересекающихся сердец. Оно обсажено сотнями тысяч разновидностей кустарников. Здесь более 16 тысяч деревьев и тысячи ярких цветов. Здесь можно увидеть лебедей, фламинго и рыб кои, плавающих среди многочисленных скульптур в форме сердца. Любители шопинга точно не обойдут это место стороной, ведь Дубай Молл – самый большой торговый центр в ОАЭ и один из самых больших в мире. Сегодня здесь расположено более 1350 магазинов, а также более 200 ресторанов и кафе. Дубай Молл – это идеальное сочетание безграничных возможностей для шопинга и масштабной развлекательной среды, которая включает аквариум и подводный зоопарк, познавательно-развлекательный городок для детей, интерактивный тематический парк, кинотеатры, каток, водопады. Друзья, надеюсь, наше видео вам понравилось. Будем рады лайку под этим видео и подписке на наш канал. До встречи в следующих выпусках!